great joy and honor for me to meet you. It's a great blessing. Thank you. All the previous speech. Ваше превосходительство, хотел бы сердечно вас приветствовать. Даулет ар-раис, авадду ан урахиб бикум мин самим аль-кальб. Русская православная церковь поддерживает добрые отношения с ливанским народом на протяжении долгих и долгих лет. Конечно, ортодоксия Руси ляха ляха тайба, элития тарбатаха бишаб аль-любнани мунзу курун. И эти отношения имеют положительное развитие, в том числе и в последнее время. Ва хази аль-алакат тататаур би суратин иджабия би ма фи залик фи аль-фитра аль-ахира. Я вспоминаю, как покойный патриарх Алексий, мой предшественник, встречался с парламентской делегацией Ливана, с вашим почившим отцом и с вами. Ва ана ашкур киф ильтака аль-патриарх аль-мархум Алексей, ма вафд аль-барлюмани аль-любнани, ва ма абикум ва маакум. Я вспоминаю также посещение Ливана как до гражданской войны 75-го года, которая началась в 75-м году, так и после. Кема ана ашкур зиярат или Любнан фи ашир аль-харб аль-ахлия قبل عام 1975 وأنا أذكر زيارة البطريركية إلى لبنان فيما بعد الحرب. Я вспоминаю цветущий Бейрут, а затем вспоминаю Бейрут, который можно было сравнить со Сталинградом. وأنا أذكر بيروت مزدهرة وفيما بعد أنا أذكر كمان بيروت مدمرة. Мы понимаем, какой огромный ущерб гражданская война нанесла Ливану. Поэтому заслуживает самой высокой оценки усилия ливанского руководства по преодолению всех тех конфликтов и всех тех проблем, которые лежали в основе этого кровавого конфликта. Ва джугуд, лити тибзульха аль-кияда аль-любнания мин ажли тагаллюб аля аль-асбаб валь-авамиль, лити аддат иля хази аль-азма ва фи сабик иля хаза низаа аддами аддамовый фи сабик, инна хази аль-джугуд тастахикку тагзир валь-и-аджаб. И Ливан, и Россия являются многорелигиозными, многоэтническими государствами. Любнан ва шану шан Руси физелик давля мутаадзидат аль-каумият ва мутаадзидат ат-таваиф. И поэтому достижения в сфере межрелигиозных и межэтнических отношений, которые, несомненно, имеют место в наших странах, сейчас, полагаю, имеют большое значение для всего мира, который вступил в эпоху глобализации. Вал-инджазат, иллити татахаккак фи баладейна, аля саид аль-алакат бейн аль-каумият, ва аля саид аль-алакат бейн ат-таваиф ад-диния, леха кима кибира, кима наатакид, аля нитак аль-алами, ва хасатан акзан бейн аль-атибар, ан аль-алам фи хайси аль-фетра нахну наишуха, дахал мархалат аль-аулама. И ваш покойный родитель Рафик Харири сыграл очень большую роль в построении мирного Ливана. Ва байкум аль-мархум ляба дур хам ва кибир джиддан фи бина Любнан фи зилль ас-салам. И наша церковь была глубоко возмущена тем террористическим актом, который оборвал жизнь вашего родителя. Ва конечно, конечно, ортодоксия Руси кенат мушмаизза мин хаза аль-амаль аль-джарими аллизи адда иля макталь абикум. И мы приветствуем создание специального трибунала по расследованию этого преступления под эгидой ООН. Ва нахну нурахиб икамат аль-махкама аль-хасса би риаис аль-умам аль-муттахида ли тахкик фи хази аль-джарим. В современном мире существует несколько моделей построения многокультурного общества.
وفي العالم المعاصر هناك عدة أنماط لبناء المجتمع المتعدد الثقافات متعدد الطوائف الدينية. В некоторых странах считают, что для того, чтобы уравновесить различные религиозные традиции, нужно, чтобы общество было не религиозным, не было секулярным и не религиозным. في بعض البلدان يعتقد أن من أجل إيجاد التوازن بين الطوائف المختلفة يجب جعل المجتمع مجتمع علماني. Для этого религия как бы вытесняется из общественной жизни. ولهذا السبب يحاولوا أن يطردوا الدين من الحياة الاجتماعية لهذه البلدان. Мы в русской церкви глубоко убеждены в том, что это неправильный путь. ونحنُ في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية نعتقد أن هذه الطريقة ليست سليمة. Нельзя за счет формирования в людях безразличного отношения к религии достигать каких-то межрелигиозных балансов. ولا يمكن خلق التوازنات بين الطوائف الدينية على حساب غرس عدم الاكتراث تجاه الدين في نفوس الناس. Я считаю, что попытки построить мирные отношения между религиями в вашей стране заслуживают всяческого внимания. وأنا أعتقد أن المحاولات بناء العلاقة السلمية بين مختلف الأديان مختلف الطوائف في بلادكم تستحق اهتمام كبير. Потому что они не направлены на ограничение религиозной жизни людей. لأن هذه المحاولات لا ترمي إلى وضع القيود على الحياة الدينية للناس. В Ливане пытаются гармонизировать отношения между религиозными общинами. في لبنان يحاولوا إيجاد الانسجام على صعيد العلاقات بين مختلف الأديان والطوائف الدينية. И по такому же пути идем и мы в России. ونحن في روسيا نسلك نفس الطريق. Мы глубоко убеждены в том, что не ограничивать нужно деятельность верующих людей, а гармонизировать различные религиозные подходы, в том числе и к общественно значимым проблемам. ونحن على قناعة تامة أن لا يمكن وضع القيود على الأنشطة الدينية للناس. بل وبالعكس يجب إيجاد الانسجام بين هذه الأنشطة بين أنشطة للمنتمي الأديان المختلفة منتمي الطوائف المختلفة. В этом процессе гармонизации могут участвовать различного рода факторы и различные инициативы могут осуществляться. وفي هذه العملية عملية إيجاد الانسجام يمكن أن تشترك العوامل المختلفة ويمكن أن تكون هناك المبادرات المختلفة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة. Признание праздников друг друга, в частности, при значительной роли религиозных общин в общественной жизни, признание праздников различных религиозных общин. Это, я думаю, один из тоже положительных факторов. وأنا أعتقد أن أحد العوامل الإيجابية التي أتحدث عنها هو اعتراف بالأعياد المختلفة من قبل الطوائف والأديان من قبل المنتمين للطوائف والأديان المختلفة. Мне известно, что по вашей инициативе праздник Благовещения получил статус государственного праздника в Ливане. وأنا أعلم أن بمبادرتكم صار عيد البشارة لمريم العذراء صار عيد وطني في لبنان عيد رسمي في لبنان. Тема межрелигиозного сотрудничества важна как на региональном, на местном уровне, так и на международном уровне. وموضوع التعاون وموضوع التعاون بين مختلف الطوائف والأديان له أهمية على مستوى المحلي على مستوى الداخلي لبلد ما وكمان على مستوى العالمي العام. В том числе и на уровне международных организаций. وبما في ذلك على مستوى المنظمات الدولية. И мы считаем, что очень важным было бы местом такого диалога ЮНЕСКО как специализированная организация
в системе Организации Объединенных Наций. Ва нахну наътакид инна муназамат ЮНЕСКО юмкин ан тушаккиль аль манасса аль джида ау ас-сахх аль джида ли хаза аль амаль лианнаха муназама аль мутахассиса фи шуун ас-сакафия дахила фи дымна муназамат таби'а лил умам аль мутахассиса. Сейчас существует инициатива известных религиозных лидеров о том, чтобы именно при этой организации существовал некий консультативный орган, который бы помогал решать вопросы, связанные с межрелигиозными отношениями как в горячих точках планеты, так и вообще во всем мире. وفي الوقت الحالي توجد المبادرة لبعض الزعماء الدينيين لتنشأ لدي منظمة اليونسكو هي خاصة هي استشارية خاصة وسيكون دورها في بحث الأوضاع في بحث الأوضاع المتعلقة بالعلاقات بين مختلف الأديان ويعني الطوائف المختلفة في مختلف مناطق العالم بما في ذلك المناطق التي تشكل بؤر التوتر في العالم. Ливан находится на Ближнем Востоке, в том месте, где присутствует очень ярко выраженная библейская традиция. ويقول لبنان في الشرق الأوسط في مكان حيثما يلمس كل واحد يعني أسطورة الكتاب أسطورة الكتاب. Это библейская земля. هذا أرض الكتاب. Мы называем это все святой землей. И поэтому верующие люди с особой печалью воспринимают тот факт, что до сих пор на этой земле окончательно не восторжествовало мир и справедливость. أن العدالة لم تتحقق بعد في هذه الأراضي. И, конечно, очень важны усилия как религиозных общин, так и государств в решении всех тех проблем, которые еще поддерживают и подпитывают ближневосточный конфликт. وتعود الأهمية القصوى لجهود الطوائف الدينية والدول من أجل إيجاد الحل ومن أجل إزالة الأسباب والعوامل التي ما زالت تغذي النزاع الشرق الأوسط. Я бы особенно хотел сказать о российских паломниках, которые посещают Святую Землю, которые все больше и больше посещают Ливан. وبالأخص أود أن أتطرق إلى موضوع المقدسين الحجاج الروس الذين يزوروا الأراضي المقدسة ويكثر عددهم الذين يزوروا لبنان. В свое время именно паломники заложили основу прочных российско-ливанских отношений. وهؤلاء المقدسين في وقتها هم وضعوا الأسس أرسلوا الأسس المتينة للعلاقات الروسية اللبنانية. Потому что палестинское общество, которое поддерживало этих паломников, российское палестинское общество, как известно, проводило активную работу на территории Ливана, в том числе и поддерживая местное население в сфере образования и медицины. هي بذلت الجهود الكبيرة من أجل تقسيم الخدمات الطبية مثلاً أو يعني تقسيم التعليم للمواطنين المحليين. Сегодня на территории Ливана находится примерно 5000 людей, принадлежащих русской православной церкви. وفي الوقت الحالي يقيم في أراضي لبنان حوالي 5000 شخص. وهم من المنتمين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية. Некоторые из них принадлежат к известным русским семьям, которые еще прославились в старой дореволюционной России. وعدد منهم ينتمي للعائلات الروسية المشهورة التي لها التاريخ المجيد في أعماق قرون التاريخ. Некоторые православные вступили в браки с местными людьми и
вот этот факт смешанных браков тоже является очень существенным. В بعضهم من الارتدوكس تزوجوا من المحليين عندهم يعني وهذه الزواجات كما نعتقد لها أهمية. На территории Ливана действует антиохийский патриархат, антиохийская православная церковь. وفي الأراضي اللبنانية والأراضي وفي الأراضي اللبنانية تنشط الباتريركية الأنتاكية الباتريركية الأرثوذكسية الأنتاكية которая осуществляет пасторскую работу с нашими православными людьми. التي هي راعي ل يعني الناس المنتمين للكنيسة الأرثوذكسية. А также в Бейруте существует и русский приход. كمان توجد الكنيسة الروسية في بيروت. Мы считаем, что добрые отношения с антиохийской православной церковью, а также сам факт присутствия русских православных людей в Ливане являются и могут быть факторами, способствующими развитию отношений между нашими странами, между нашими народами. ونحن نعتقد أن علاقاتنا طيبة مع الكنيسة الأرثوذكسية الأنتاكية وكمان وجود عدد ليستهان به من الناس المنتمين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في الأراضي اللبنانية هي تشكل العوامل الإضافية المساعدة للعلاقات الطيبة بين بلدينا والشعبين. Я выражаю надежду на то, что ваш визит в Москву также послужит этой благородной цели. وأنا أود أن أعبر عن أملي الكبير لتساهم زيارتكم إلى موسكو في إيجاد هذه النتيجة المرجوة في إيجاد هذا الهدف المرجو. Спасибо.